Девочки, здравствуйте! Как вы уже поняли, у нас сегодня будут пластиночки Кики and Сиси, Сиси and Сиси, Чичи and Чичи, называйте как хотите, я их называю Кики and Сиси. Вот такая большая и квадратная. Значит, это у нас, тут вообще не выговоришь, серию Blue and White Porcelain, номер 01. Люблю акриловые пластины показывать, они практически не отсвечивают. А это коллекция Fairy Tale номер 03. Здесь у нас птички, бабочки, цветочки. Вот такая красота. Достаточно хороший размер рисунка. Сейчас у меня длинные ногти. Но Кики энд Сиси, они известны, что у них всегда большие рисуночки. Что мне очень нравится. Это значит, что когда у меня длинные ногти, я могу их спокойненько делать. Давайте начнем вот с этой. Вот она мне больше нравится. Здесь столько красивых рисунков. В основном такой цветочный больше, да, элементы цветов больше. Но есть просто орнаменты. Сейчас мы с вами приступим. Возьмем, конечно, прозрачный штампик. Давайте начнем с их родных лаков. А вот, например, вот такой у меня есть, вот такой. Кики энд Сиси сделали свои лаки. Так, а где мой штампик? Опачки. Вот такой цветочный орнамент. И синий лак. От Кики энд Сиси. Сейчас возьмем более фиолетовый. Эти лаки, они жидковатые, но достаточно неплохо пигментированные, могу сказать вам. Нехорошая пигментация, но они такие жиденькие. О, даже соседний рисунок немножко попал. Интересный, кстати, да, рисуночек. Сейчас возьмем Born Pretty. Очень легко чистятся эти пластины, просто на раз чистятся. Так. А давайте возьмем лак Born Pretty. И а штампик возьмем наоборот, Кики энд Сиси, стеклянный. Тяжеленький лачок. Посмотрите, какой цветочек. Этот штампик легко чистится, потому что он стеклянный. Он такой тяжеленький. Родной. Мне его в подарок подарили за то, что я купила у них пластины. Несколько раз присылали в подарок. Так, теперь давайте возьмем какой-нибудь. Давайте возьмем Лакте. Вот такой красавчик. Так, 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 что бы нам тут попробовать? Давайте вот этот интересный такой рисуночек. Вот с такими линиями. Вот такие полосочки, кстати, прикольные. Такс. Такс, 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 такс. Давайте красный сейчас возьмем. Я люблю разные цвета использовать в обзорчиках. Плохо этот скребок здесь как-то срабатывает. Господи, ты боже. Вот красный.
вот этот очень красивый. Сейчас попробуем. Мне еще вот эти хочется. Их тут 4, вот эти полосочки, 4. А, мне кажется, они такие классные. Их можно как под френч использовать. Между прочим, я вот просто сейчас смотрю, какая лучше с чем сочетается. Вот эта красивая. Очень интересная. Мне так кажется. Так, сейчас я думаю, какой мне взять. Давайте Лулу возьмем. Голубой. Ну, такой синий-голубой. Не совсем прям голубой, конечно, но синий. Синий просто красивый такой васильковый оттенок. Так, оп. Вот такой орнамент. Вы можете использовать его как френч. Да. Можно посадить его просто посерединке вот так ногтя. Сейчас тоже так делают. Прикольно получается. Вот особенно вот соседняя полосочка. Вообще. Как раз вот для таких рисуночков. Как и френч можно пустить, как и просто вот так полоску вниз. Сейчас делают ему и вертикально, и горизонтально, как вашей душе угодно. И так, и сяк, и в раскосяк. Так, не хочу я больше синий. Дайте какой-нибудь вот такой красавчик. Оп. Эти рядом. Вот такие полосочки под френч можно использовать. Так, дайте-ка мы сейчас золото сделаем. Золото мега шикарное. О, класс. Такой, знаете, солнцеворот. Солнцеворот. Отлично. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас, кстати, знаете, что хочу попробовать? Новый мой штампик прозрачный. Как он сработает? Не уверена, что он сработает. Эти пластины такие сложноватые для переноса, поэтому... Хочу посмотреть, как этот штампик с ней справится. Интересненько мне просто. Как он перенесет или не очень. Так. Какой бы рисуночек попробовать. Тут я еще не пробовала. Пробовала. А, вот этот вот. Вот этот. Сейчас подумаю, какой цвет. Давайте Николь Дайри. Розовый. Ну, кстати, вполне себе штампик справился. Мой новенький. Мне нравится то, что он большой. То, что он такой вот большой. Очень близко видно. Достаточно он, не знаю, неплохой. Неплохой оказался. Так, для кучи его кинула. Думаю, такой широкий. Надо его попробовать. И он оказался очень даже ничего. Так. Вот этот рисуночек попробуем. Главное, не сильно не нажимать на эти прозрачные штампы. И все будет хорошо. Сейчас еще вот этот попробую, вот это мне интересно. И пойдем дальше. Вот эти два хочу попробовать. Как они себя покажут. Просто когда вертикальная линия удлиняет зрительную ногтевую пластину, особенно когда короткие ноготочки, я люблю вот такие рисуночки.
такие как веточки, что ли, да? Веточки. Вот это очень красивый тоже рисунок. Сейчас мы его серебром сделаем. Почему-то мне хочется его серебром. Так, идем дальше. Посмотрите, как красиво серебром. Так, переходим ко второй пластиночке нашей, квадратной. Смотрите, какая она красивая сзади, изнаночка. Такая красивая изнаночка. Так, берем следующую пластиночку у нас здесь, она такая летне-весенняя. Птички, пташки, сердечки, цветочки. Чего здесь только нет. Бабочки. Бабочки, бабочки. Так, тут уже можно как мазнем, так и мазнем, как говорится, да? Так, сейчас еще синим хочу посмотреть. Как красиво пластина сразу выглядит, когда она в красках. Она же беленькая. Так, сейчас возьмем какой-нибудь более темный, синенький. Вот этот, например. Ух ты! Ой, нет! Только не это. Вот этот цветок мне очень понравился, вот этот вот, девчонки. Он очень классно будет смотреться. Синим лучше получилось, чем розовым. Красивее как-то. То ли потому, что не кульдари. Сейчас попробую розовый от Born Pretty. Born Pretty пробуем. Очень красиво. Born Pretty лучше, чем Николь Дайри. Born Pretty, смотрите, насколько ярче, да, вот Born Pretty. Четко, ярко. Вот такая пластиночка. Сейчас вот эту птичку попробуем с бабочкой. Сначала птичку, потом бабочку. Так, сейчас кац, кац. Что-то я забыла сегодня про кац. Сейчас возьму кац. Где у нас тут, я хотела... Так, у нас эта птичка попала. Какую бы нам тогда вот эту птичку, другую птичку. Чтобы разные рисуночки у нас прошли тут. Ай. Большая теперь птичка. Это побольше, это поменьше. Можно на большой палец, например, посадить птичку. Бабочку сейчас еще перенесем. Сейчас я попробую еще, знаете, что хочу? Вот этот штампик. Попробуем этот штампик от Born Pretty. Тоже такой же коцанный-перекоцанный. Я люблю его, он такой формы, его удобно держать. Так, сейчас... Сейчас попробуем. Возьмем вот такой фиолетовый. Мне он очень нравится. Бабочку перенести попробуем. Вот она, бабочка. Она такая, знаете, абстрактная, но бабочка. Вот этот цвет в Lucky T мне больше всего нравится. Вот этот вот. Lucky T лучший. Вот у них фиолетовый прям вообще отличный. Так, теперь хочу вот этот яркий.
Яркий-яркий. Интересно. Ой, грязным. Ну ладно. Нормально, кстати. Лак-то хорошо с этой пластиной, видите, как. Born Pretty мне не понравилось. Ой, Николь Дайри мне не понравилось, как с этой пластиной работает. С акриловыми, я имею в виду. А вот Lacte и... То есть Николь Дайри не понравилось. Born Pretty и Lacte очень неплохо справились. Яркий такой листок получился. Ну что, девочки, подводим итоги. Как ни странно, но по факту больше мне понравилась вот эта пластина. Хотя вначале мне, по первым впечатлениям, мне нравилось это. Но когда мы стали переносить, мне просто очень понравилось вот эти два рисунка. И вот эти, ну, третьи они похожи, вот эти три, да? Раз, два, три. И в итоге мне как-то больше понравилось вот это. Почему все-таки полезно обзоры проводить, да? Потому что одно дело на листочке. В смысле, одно дело на пластине, а другое дело, когда ты уже видишь в цвете рисунок. Не знаю, больше мне сегодня понравилась вот эта пластина номер 03. Как-то она мне больше в душу запала, не знаю. Вот очень красивые элементы цветов вот эти. Какой-то такой фантастический кусочек рая, да, скажем так, и бабочки-цветочки. Вот. Ну что, и вот неплохие вот эти вот золотые с серебром. Это у нас Солнцеворот. Да, он мне понравился. Да-да-да, Солнцеворот мне больше всего понравился из этой пластины. Мне кажется, неплохо бы на черном смотрелся, да. Вот такой Солнцеворот. Думаю, это эффектно будет, конечно, в золоте. Да. Здесь есть несколько таких рисуночков. Вот это неплохой, удачный рисунок. А так, не могу сказать, что я прям супер-пупер в восторге. Не могу сказать. Вот это больше мне понравилось, по душе больше. Ну все, девочки, пишите ваши комментарии, вопросы. С удовольствием всем отвечу. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!